ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дана Ли. Сегодня у нас очередное видео по обновлению Star Stable Online. Посмотрим, что нам добавили в этом обновлении, каких лошадей, каких мастей и кто где продается. Также, что нас ждет в продолжении сюжета и, конечно же, что нас ждет на следующей неделе. Так что устраиваемся поудобнее или седлаем своих коней и поехали! А новостей сегодня много, и все они очень интересные. На этой неделе нам привезли аж 7 новых мастей, уже известных нам ранее пород. Так что давайте вместе посмотрим и запомним, какие лошади к нам приехали и где же найти все эти масти. Английская чистокровная лошадь находится на ферме Майерли, стоит 850 старкоинцев. Аполлоза находится на ранчо Старшайна, рядом с демонстрационной лошадью, стоит 900 старкоинцев. Здесь же находится американский квотерхорс, который стоит 950, также стоит рядом со своей демонстрационной породой. Ирландский коп продается в Элдоле за 850 старкоинцев. Пасофина находится на ферме Стивия за 950 старкоинцев. И две масти исландской лошади продаются в Нью-Хилкресте, каждая из которых стоит тоже 950 старкоинцев. Следующая часть этого обновления – это продолжение сюжетки с миссис Холсворт в библиотеке Форт-Мария, где она нашла любопытный рассказ Авала, где говорится о их переселении на Юры. Но если тебе хочется все же присоединиться к миссис Холсворт, то держи под рукой платочки. Разработчики обещают, что некоторые истории будут довольно печальны. Для этого тебе нужно быть старайдером и пройти все основные сюжетные задания. Счастливая лошадиная неделя. В честь появления 7 новых лошадок, разработчики подарили нам 7 дней бесплатного ухода за лошадью. Так что можешь ее не кормить, так как ее бесплатно будут кормить наши разработчики. И в течение этого времени за 7 дней у нее поднимется настроение до максимального уровня. А на следующей неделе девочки из клуба Бобкат собираются на тренировку. Но только Лоретта чем-то расстроена. Если тебе это интересно, то обязательно жди следующей недели. А на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. И хороших вам покупок!